Вынужденный каратин, разумеется, был для нас неожиданностью. Тем не менее, оказалось, что мы к нему готовы, может быть, даже больше, чем мы предполагали, поскольку значительную часть процессов удалось вывести на удаленку, был запас ноутбуков, были программные средства, позволившие организовать удаленное защищенное подключение к нашим системам. Поэтому большую часть наших процессов удалось осуществлять в дистанционном режиме. Ну, поскольку мы организация ракетно-космической промышленности, у нас режим работы с некоторой информацией особый, поэтому для ряда критически важных сотрудников было получено разрешение на работу в офисе даже в период карантина. А вот оценили ли вы долю иностранного оборудования, которое используется? Доля иностранного оборудования, к сожалению, пока очень высокая. Это, считаю, что проблема производителей оборудования, поскольку на текущий момент отечественное оборудование не обеспечивает достаточно высоких характеристик, которые требуются для работы, в частности, с СИЭМ-системами. Поэтому на текущий момент у нас отечественное оборудование используется там, где это либо требуется обязательно, либо где оно по тем или иным параметрам соответствует нашим требованиям. Это программно-аппаратные средства защиты информации, это вспомогательные элементы информационных систем. В частности, в прошлом году была приобретена видеостена у отечественного поставщика. А на каком этапе находится в вашей компании процесс удовлетворения требований регуляторов? Мы, полагаю, что в полной мере соответствуем требованиям регуляторов, действующим на текущий момент. Более того, мы занимаемся работой по созданию и развитию отраслевого центра Госсобка для ракетно-космической промышленности. Соответственно, мы не только выполняем требования регулятора сами по себе, но мы также выполняем работы по приведению информационных систем организаций ракетно-космической промышленности в соответствии с данным требованиям, и мы проводим работы по мониторингу информационной безопасности, по реагированию на компьютерные атаки на информационные системы организации в соответствии с требованиями НКЦКИ.